изоленты просто заклеили. Все. Тип не трыжка. Да. Полный комплам. Поставили на капот. Ребят, всем привет! Сегодня буду искать очередную бричку на перепродажу. Буду искать машину до 100 тысяч рублей. Постараюсь найти вариант, который еще не покупал для перепродажи. Думаю, будет интересно. Сейчас приступаю к поиску, а вам желаю приятного просмотра. Нашел вот такой интересный автомобиль. Volkswagen Passat 97 года. Цена 85 тысяч рублей. В принципе, цена недорогая. Так, по фотографиям ничего такого критичного вроде нет. Но есть там какие-то вот косячки на арках. Так, что пишет по описанию? Продам авто, все вопросы по телефону. Так, сейчас позвоним хозяину и уже все подробно у него узнаем про машинку. В принципе, цена небольшая, главное, чтобы не было никаких косяков по ходовой части, таких критичных. Алло. Да, здрасте. Здрасте. Вот по поводу автомобиля. Ага. Так, а по вложениям, ты что там? Ну да, вложения-то я не сказал, потому что вот сейчас они ездить все можно, только вот по кузову, видели фотографии? Там что, арки задние покрашены, как-то непонятно, да? Они покрашены были, она, наверное, когда я ее брал за 15 года, она на бинт была. Ага. А что, я не понимаю в этих покрасках, ничего, я взял, у меня нормально было, а вот сейчас вот редко, лучше поклевка. Ага, ага. Вот, так ничего, она все едет, все нормально, единственное, так не сидит. Угу. А на крыше ничего там, косяков нет никаких? Крыш нет. Крыш нормальная. Под капотом ничего не кривое там? Знаешь что, вчера приезжали, смотрели у меня, и что-то вот... А, что-то мне кажется, я не понял, нахуй. Тут ведь много специалистов приезжает. Ага. Сейчас тут биты, сейчас тут мясо. Угу. Что-то какая-то, говорит, рамка уведена. Угу. Вот как так. Ага. Ну а так она как бы на ходу, все, скорости переключается, все. Ну, нет, по коробке американцы здесь нету, по движку вот только есть просто масло расход. Ну расход там нет. Какой? На 8 литр. На 8 тысяч. Угу. Да. Все понятно. Ну, в общем, это, у вас смотрели машину, не забрали, да, ее? Нет, они все смотрят, вот, это. А много народу посмотрел? Честно, человек, наверное, 3. Все. Вообще никто не звонит, ничего, вот они приезжают, ладно, позвоним вам. Что-то, наверное, там у вас какие-то косяки есть серьезные, раз не берут. Ну, блин, все, пустите, мне сейчас и нет точно. Я понял, ну у вас цена-то какая будет, если что, крайняя за нее? Если вот прям сегодня приехать забрать в таком состоянии. Давайте остановимся на 75, пусть я вам стал 77, вот 75 еще, тысячу вам на... Чимчистку салон. Вот у меня ребенок что-то ездил маленький. Вот. 75 тысяч? Да. Я понял. Я понял. Вокруг да около не будем ходить. Я вот предлагаю, если за 70 тысяч согласны, я могу сегодня прям с Нижнего приехать в область к вам и забрать ее. Без всяких торгов. За 70? Да. Давай сейчас начну. Я сейчас просто еще как бы жена. Сейчас я встаю, тебе еще прям 5 минут перезвоню, говорим. Позвонил мне хозяин Volkswagen, согласился он на 70 тысяч рублей. Машина находится в области, где-то 80 километров от города. В общем, сейчас встречусь с другом и уже поедем за ней. Шпакли.
Алло, ну я вот подъехал, у машины стою. Вот страна вся в шпагле. Вот это арка. Капот с этой стороны. Правая сторона, конечно, получше. Здесь у нас ничего такого нет. Точно под замену. Здравствуйте. Миш. Денис. Есть сигнал, там будет. Я сел батарейка. Все пройдем по Николаю. Открой сразу капот. Блин, про лобовуху ты, конечно, не сказал. Да я вот забыл не вовремя, да. Ее прям замен, там, наверное, это, дождик идет, там заливает. Не, да? Ничего не сделал. Да? Прям нажимал пальцем, она... Нет, между прочим, ничего, это можно водичкой полить. А где ты говоришь, тут кривое что-то было? Вот они мне что-то, они под капотом, вот, видишь, что-то. Вот они мне, туда сразу ничего. Удар, да, был, говорит? Но он был удар, потому что, видишь, подушка даже перешита. Да это я видел, да. Так, ты говоришь, масло на 8 тысяч. Липимоль я сливаю. А что ты вообще решил так продать ее? А я вон купил. Я хотел ее быстрее продавать. А-а-а. Мне одобрили кредит. Я в субботу съездил, он соляки взял. А, понял. Блять, что-то там, что-то у тебя... Из-под покрышки, он сказал, потому что я менял. Здесь, да? Затягивал неправильно. Он мне говорит, как вот так затягивать. Ты сам, что ли, менял? Да. А что ее тут снять, поставить? Клапану у них. Да, вот эту крышку. Ее ничего не сложно. А оказалось, сложно затягивать, надо уметь. А заведи, послушай. Сейчас, подожди, там есть масло-то вообще у тебя? А ты заводил сегодня ее? Сегодня заводил, да, я заводил сегодня. Блин, что-то у тебя масла, по-моему, нет. Прям на кончике. Что-то там подстукивает, по-моему, да? А, это. А что, это кожа там, да? А, что? Вот она, что-то. Ага. Да, давай катнемся, может, здесь. За рулем можно прокатиться? Ну, давай тогда закроем, садись со мной вместе. Давай. Ой, бля. Че, болеешь, что ли? Да, вот сегодня что-то пришел на работу, административный написал, говорю, я не могу нахуй. А хуй купил машину-то вчера, ветер, а мне ее надо мыть нахуй. Ты только купил, что ли? И в субботу вот забрал. Так, а по этим что он делал? Менял сцепление? Сцепление не менял, менял датчик распредвала. Менял все, когда ее купил 4 года назад, сразу подвеску, все, она там дюраль уже, много рычаговая. А что это, камень, да, говоришь, залезает? Камень, за КамАЗом ехал, вон поехали направо. Хотя бы на лобовую еще скинь нам. Ничего не скину, бежки, не. Ты бы сразу сказал, что там... Да замена. Вот, здесь косяк, согласен. Но все равно 5 рублей 65 тысяч отдавать. Не отдам, уже все. А за 70 отдай? Потом за 70, мы договорились, он за 70. А его вот стекло тоже не сказал, тоже трезвый. Ну, так и уступи на это, что-нибудь сказал. Не, отдам я за 65. Нет. Давай тогда что-нибудь, я не знаю, блин.
как-то на середине, что ли, сойдемся. Ну вот середине 70, ну я давай уже подешевле. Ну блин, давай еще хотя бы, ну, на бензин уступи двушку тогда. Двушку бензин? Ну да, и все. Ну давай 68 забирай. Давай, договор. Возьмите подачки. Нужен паспорт твой. У меня все сумки, сейчас. Так, тебе на карту можно еще скинуть? Ну да, есть? Давай. У меня уже наличие только 100 бензин. У тебя к этому номеру привязано? Вот к этому, да. Итак, ребят, только что забрал Volkswagen Passat за 68 тысяч рублей. По телефону договорились с ним на 70. Стояла она у него за 85. Вообще, изначально месяц назад где-то он выставлял за 120, по-моему. В общем, не суть. Договорились на 70, приехали, поторговались. В общем, хотели еще пятак скинуть, но... Человек больше не скидывает, уступил только 2000, договорились, в общем, на 68. Так, по косякам, значит. Ну, сами, в принципе, все видели, да, есть какая-то шпакля там треснутая по левому боку. А по телефону он мне не сказал, то, что здесь серьезно так треснуто лобовое стекло, его однозначно менять, тут трещина такая серьезная. По технике прокатились, в принципе, все нормально. Вот сейчас я гоню с области в город, еду на ней, в принципе, никаких, ну... Косяков таких по ходовой части я не ощущаю, да, все переключает, ничего не чихает, не пердит, не троит по подвеске, тут в принципе тоже ничего такого критичного нет. Автомобиль 97 года, 1.6 на механике. Вот как-то так. По поводу того, что я с ним буду делать, еще пока не знаю, надо подумать, потому что красить там левый бок, ну, это очень много надо вкладываться, да, если сравнивать с изначальной ценой этого автомобиля. Поэтому, возможно, я просто поменяю лобовое стекло и попробую скинуть прямо в таком состоянии автомобиль. В общем, наступил следующий день. Гоню автомобиль на замену стекла. Получается 4000 рублей, то есть работа плюс само стекло. Как вы помните, стекло здесь сильно разбито, да, треснуто. То есть на него даже нажимаешь, оно играет. Стекло придется менять по-любому. Так что погнал автомобиль на замену стекла. Итак, ребят, только что забрал автомобиль с замены лобового стекла. Поменяли, короче, стекло. Теперь стекло стоит новое, без каких-либо трещин. Взяли с меня за все про все 4650. Почему так дорого? Потому что меняли, короче, вот здесь резинка стоит. Какая-то была уже плохая, прям поменяли. И просил еще приклеить зеркало заднего вида. Ну, соответственно, зеркало заднего вида стоит... От Жигулей, у них же купил, и они же приклеили, в общем, тоже рублей 300-350, итого 4650. На этом видео заканчивается, пока что не знаю, в раздумьях, что делать дальше с этой тачкой, ну, красить что-то, пытаться сделать, довести ее до ума, либо продать в этом состоянии. Кстати, напишите в комментариях, кто что думает по этому поводу. И, собственно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Не забывайте про мой инстаграм. В инстаграме выкладываю все тачки, которые не успеваю смонтировать, выложить на YouTube. Все там. Всем удачи и пока!